Доброе утро, Алла. Доброе утро. У меня уже каша готова. Твоя Как любимая. каша? Да? А ты же говорила, Сегодня что будет сегодня будут каша. креветки, Нет, нет, нет. ракушки, Если кушать, мангусты, лангусты. я уже... Что, Хватит, опять каша? хватит. То есть это вчера мне... Лучше нашей каши ничего нет. То есть Картошки. вчера мне все показалось, что ли? Вчера был сон. Да, вчера был сон. А сегодня вернулись в действительность. Манная каша. Овсяная. А, овсяная. Овсяная каша. Никаких тебе морепродуктов. Так, давай тебе еще немножко. Видишь, магазины все были закрыты уже к вечеру, да? Ну, Поэтому вчера воскресенье воскресенье вчера, было, да. Ну и кофе у нас. Володя. Да. Иди. Завтрак. А то нас ждут еще великие дела. А есть уже мысли по сегодняшним планам? Да, есть. Какие? Очень хочу на каком-нибудь морском, ну, на кораблике или на каноэ прокатиться. Прогуляться по ровеню дневному. Дневному обязательно. И взлететь в нескольких интересных местах с каталетом. Да, ну, а сейчас завтрак. Чтобы все это осуществить, нам нужны силы. Цену умножайте примерно на 12. Ну, в общем, цена близкая к московской. Мы съездили в магазин Konzum. Это один из основных магазинов. Ну, не знаю, как в России, там Пятерочка, Перекресток. Вот такой распространенный, недорогой магазин. Что мы купили? Помидорчики, помидоры салатик. Обязательно. Да. Вот такой виноград. В основном набрали мы фрукты и овощи. Немножко йогурта для утром. Персики. Цены даже чуть-чуть подешевле, чем в Москве. Не намного, но дешевле. Вот на фрукты, на овощи. Вот так растет киви, если вы не знаете. Дали показать, как выглядит магазин, где мы берем фрукты, овощи. Вот показываем. Выглядит он примерно вот так. Алла, как самая высокая, ходит и срывает персики, яблоки, чем это, помидоры. А все вот на таких ветках инжир растет. Инжир только не попадает. Инжир также срывает, все срывает. И даже вино иногда висит вот так. Не все путешествуют на машине, не все могут водить. Вот в Ровене автостанция. Здесь садитесь на автобус и до любого города Хорватии, да? Вот смотрите, есть и Дубровник, и он Новиград, и Пазин, и Риека, и Порич, и вот ниже смотрел, Белград, Любляна, Франкфурт-на-Майне, Порторос, Штутгарт, Венеция. Венеция. Но Венеции расписания пока нет. Ну, пока нет, потому что коронавирус. Я в том плане, что автобусы отсюда ходят. Поэтому, ребята, или на велосипеде, или на автобусе, даже без машины можно. Вот от этой компании мы отправляемся в большой морской круиз по островам Истрии. Как я и хотела. Красота. Купили корабль, да, и отправляемся в Санкт-Петербург, Москва. Красота.
сначала на кораблике, в круизе. Поэтому идем как пешеходы гулять в город. Мы с вами находимся в Ровене, в одном из самых любимых городов Европы для меня. То есть Ровень в моем сердце. Мы здесь были 20 лет назад и влюбились безоговорочно в этот город. Где бы мы ни были, мы всегда сравниваем. Да, почти как Ровень. Ну, не дотягивает до Ровеня, но что-то близкое к Ровеню. Ну, понятно, что все города разные, но есть... Есть города, которые находятся в сердце, которые мы любим. Ровень один из них. Приглашаем вас сюда, приезжайте и полюбите этот город так же, как полюбили мы его с Аллой. По Хорватии проходит огромное количество вело- и мото-трипов. На мотоциклах, на велосипедах тысячи людей путешествуют по Истрии. Я думаю, по всей Хорватии. Ну вот в Истрии мы сейчас находимся. Велосипедистов здесь больше, чем автомобилистов. Специально для них сделаны тропы, места отдыха, кафе, нарисованы маршруты. Садись, ставь этот маршрут, закачивай смартфон и путешествуй. Такой своеобразный символ есть в Ровене. Погода вроде бы начала налаживаться. Еще черные тучи присутствуют, но дождик уже не накрапывает. И вот в этом месте, одно из самых красивых и интересных древних мест старого города Ровень, мы попробуем взлететь на нашем каталете, чтобы показать вам эту картинку.
Что там такое? Какая красота. Последний раз, когда мы были в Ровине, последние, так скажем, минуты, крайние минуты нашего пребывания в городе мы провели именно вот здесь, в этом ущелье, так скажем, расщелине. Здесь мы купались, отсюда мы пошли, сели в автомобиль и поехали домой. Вот такое для нас памятное место. Может быть, даже сегодня искупаемся. Да. А почему нет? Кафедральный собор города Ровень, собор святой Евфимии. Мы решили подняться на колокольню. 183 ступени, 60 метров. Гуд? Wir sind nicht ganz hinaufgegangen. Подъема на колокольню 20 кун. Это 3 евро, по-русски 250 рублей примерно. Получается вот такой шикарный. Вот такая картинка, да. Хотите фото, хотите видео, хотите просто дышите. Смартфон не позволяет увидеть, но вот прямо по центру, вдали, город Врасар. Видеокамера, я его хорошо снял, приблизил в большом фильме на главном канале YouTube. Покажу. Улицы Ровеня – это отдельная песня. Можно отдельный фильм снять. Прогуливаюсь каждый день по нескольким улочкам, и на неделю хватит, наверное, сколько здесь улочек. А если еще снимать милых животных, вот таких, смотрите. Кис-кис, мяу. Камушки скользкие, скользкие. Да, Алла говорит, камни скользкие, скользкие. У нее подошва специально смазана вазелином, чтобы ходить было удобно. Она думала, что это ей придаст ускорение. Ой, вообще, я даже идти боюсь. А ускорение не придало, да. А смотри, вон где Карлсон живет. Видишь? Вон наверху домик Карлсона. Ну, что там ищешь? Что там такое? Нюхает. Да, нюхает, что-то нюхает. Она что-то готовится. Кушает, готовит, да. Как будто где-то в старой Италии мы. Есть
какой дворик потрясающий. Мне кажется, вот эти всякие тряпочки, полотенца, штанишки вешают специально для колориту, а не для того, чтобы они там сохли и так далее. Ну, у меня такое ощущение, а кто из местных, может быть, знает, расскажите, любопытно. Сможет кто-нибудь из вас, дорогие друзья, поспорить со мной, что Ровень – романтический город? Алла, да. Ты будешь со мной спорить, что Ровень – романтический город? Нет, а не я будешь. Все ищу своего Пиноккио. Пиноккио? Не нашла? Не нашла. Помнишь, такой весь был 20 да. лет назад? Вдали идет дождь. Тучи ходят вокруг Ровеня, ходят, но тьфу-тьфу-тьфу, пока бережет нас дождь. Цены на рынке мне показалось намного больше, чем в магазине. Виноград стоит 40 крон. Алла взяла себе кофе и говорит, а кофе невкусный. Вино вкусное, виноград вкусный, рыба очень вкусная. А кофе... Алла, ты в курсе, что в Хорватии кофе не растет? Готовить они его не умеют. Ну, не беда. Зато рыба вкусная. В той бухточке, где мы когда-то говорили до свидания Ровенью, мы решили снова искупаться. Очень романтичное место, прямо в самом центре города, под собором практически. Вдали дождик намечается, и вода очень-очень соленая. Ребят, надеюсь, что я вас заразил любовью к этому замечательному романтическому городу. И даже вот когда вот такие черные тучи над городом, там вдали где-то громыхает, дождь приближается, он от этого не стал менее красивым и романтичным. Пишите, обязательно пишите в комментариях. Для меня очень важно. Особенно важно мнение тех людей, которые познакомились с Ровенем благодаря моему фильму. Несколько человек меня спросили, а есть ли в Хорватии песчаные пляжи? Ну, вот, честно говоря, не видели. Но вот шли и случайно нашли небольшой пятачок. Тут метров 20-30. Хотя это не песок, это такой, знаете, мелкие камушки. Я думаю, скорее всего, привозного характера. Я сейчас сфотографирую, и у меня у фотографии будет точный адрес GPS. В большом фильме на канале YouTube я все это дело буду указывать. Thank you.
Много видели мы таких памятников, составленных из камней в Бурятии, на Байкале. Хотя местные жители буряты говорят, это не мы делаем, туристы все. Я думаю, и здесь туристы. Мусянчик, Мусяна, кто это к нам в гости пришел? Вы прям за стол. Мы только что вернулись домой. Я расставил все оборудование, которое необходимо зарядить аккумуляторы, потому что завтра у нас новое путешествие, новые приключения. Сегодня весь день был посвящен Ровеню, морской прогулке. Три раза взлетали на нашем каталете. У меня предстоит, как всегда, бессонная ночь и монтаж фильмов для вас, дорогие друзья. Не чтобы... Да, не я не жалуюсь. Я хочу, чтобы люди ценили, да. Сегодня было очень много. Замечательно.